хотел сегодня представить стартующую сегодня всеукраинскую акцию «Квартира под охрану» и рассказать о ее деталях. Всем не секрет, что сейчас злоумышленники, которые пытаются завладеть личным имуществом, изощренно подходят к своим действиям. И любой из замков, который мы пытаемся установить для сбережения нашего имущества, он не является преградой для данной категории преступлений. Поэтому и ежегодно проводятся такие акции в полиции охраны для обеспечения сохранности жилища, имущества наших граждан. Вот сегодня как раз начало этой акции проходит в городе Мариуполе. В чем заключается данная акция? Данная акция подразумевает собой оборудование жилища наших граждан с 50% скидкой на монтажные работы. Что касается ценовой политики данного направления, мы остановимся чуть-чуть отдельно, но хочу сказать так, что по каждому отдельно квартиры либо дому надо подходить индивидуально для того, чтобы понимать, какое количество необходимо на оборудование, для того, чтобы охрана была надежной и качественной. Поэтому здесь будет присутствовать инженер на объекте, который будет смотреть это все, для того, чтобы дальше правильно смонтировать и качественно охранять объект. В настоящее время мы используем и предлагаем своим клиентам приемное оборудование охранной сигнализации с подключением на приемно-контрольные приборы производства фирмы СБИ, линейка называется «Орион». Приборы зарекомендовали за многие годы их эксплуатации с положительной стороны, и на сегодняшний день они, в принципе, можно сказать, даже самые дешевые по стоимости своей, без ущерба какого-либо функциональности и техническим характеристикам. Минимальный вариант оборудования, то, что уже звучало, это прибор, называется Орион 1ТК, он как бы с уменьшенными возможностями, но для случая с одним датчиком, максимум два датчика и датчик открытия его, функциональных возможностей достаточно. Он оборудуется съемником для постановки и снятия объекта под охрану, магнитный ключик. К нему нет возможности подключения, за счет усечения, так сказать, функциональных возможностей, нет возможности подключения клавиатуры. То есть он работает только с помощью, постановка снятия осуществляется только с помощью магнитного ключа, Touch Memory, так называемый. Приемно-контрольный прибор Orion 4, 8-16 шлейфов, это уже для более больших объектов, таких как частные дома, многоэтажные дома, объекты какие-то с большим количеством датчиков. Здесь уже присутствует для постановки и снятия возможность с помощью кода, набираемого на клавиатуре. Можно, в принципе, для упрощения поставить тот же самый съемник магнитных ключей. Датчик движения подключается, используемый сейчас Swan Quad, или отечественный производитель тоже есть.